Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Гейминг. Сегодня я вам покажу такой необычный обзор, как скачать Root. Многие люди задают вопрос, как же скачать Root. Мы пишем не просто получить Root, а пишем скачать 360 Root на Android. Нажимаем на первую ссылку, ждем, когда загрузится. И ставим вниз до ссылки 1.8. Скачиваем ее. Сейчас мы подождем. Ждем, пока она загрузится. Так. Ну, когда она у вас скачается сейчас. Все, она загрузилась. Вот. Жмете далее, установить. Ждете. Жмете открыть. Вот у вас загружается. Нажмете принять, получить root, ждете. У вас может с первой попытки или со второй получиться. Если с первой не получается, жмете назад. Если у вас есть антивирусник, жмете игнорировать. Вот, получение рута 90%. Вот, загрузка. Так, root не получен. Жмете назад, получить root. Ждете, у вас загрузка, но у нас уже root есть, то есть у меня. Вот, ждем. Вот, что-то долго грузится. Вот, root успешно получен. Жмете завершить. Выходите из этой программы. Заходите в главное меню. Где у вас... вот это у вас сам root, так что не удалять его. Игнорировать. Вот. И вот этот 360 root удаляем. Ой, так. Удаляем. Чтобы у вас не было вирусов, удаляем после скачки и получения рута. Все, удаление завершено. Ну а с вами был Данил Гейминг. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.